Поэтому для того, чтобы решать вопросы, те, которые вы озвучивали, по поддержанию местной сети и обеспечению подземного содержания, потому что с 12 миллионов предусматривается 1,2 миллиона на зимнее содержание, чтобы обеспечить. Значит, если брать в целом по выполнению, сегодня 75 миллионов, выполнение общее составляет уже 85 миллионов. И основное выполнение это было по государственным дорогам. Ранее наданные обращения депутатского корпуса на кабинет министров, на министерство, они не имели реального решения. Денег, получен ответ, что денег нету. Поэтому было выдвинуто предложение дать по выполнению. В том числе письмо, которое сегодня, или сверение, которое сегодня подготовлено, там указывается сумма 105 миллионов, необходимых для ремонта дорог государственного значения. Это те деньги, которые озвучивались и на селекторном совещании, которое проводил премьер-министр, что предусматриваются эти деньги. Спасибо.